Ребята, тут подшипники убитые. Здесь так точно подшипники убитые полностью. Корыто я сварил. Сплошняком не получалось варить, варил прихватками. Что сплошняком дырки были, металл ржавый, хреново варится. Есть, выскочило все. Опа, есть. Такс. И это колечко. Такс, есть. Отломался даже кусок. Шарика не знаю, что получится, оно съезжает. Все. Это же надо так износились эти подшипники. Ну и эту оську надо будет не укорачивать, скорее всего, да? Я так думаю. Ну ладно, я поставлю колеса уже точно. Потом я ее, если что, вырежу. Подшипники я раздобыл, 3 штучки. Один взял старый, но более-менее нормальный. С этой стороны она самая тугая. Ну, в общем, все хорошее.
Ну вот, готово колесо одно. Вообще ничего не болтается. Класс. Классно. Довольно-таки легко едет. Неплохо едет, отлично. Так, я все выгнул, практически скопировал ее с тачки, практически копию сделал. Ну и можно ее сюда прихватывать. Я ее даже усиливать, наверное, не буду, потому что я ее гнул. Ее попробую согреть. Ну что, приварил. Вроде бы все ровно. Ну и все, мне сейчас осталось придумать только ножку какую-то, как можно проще и быстрее. И, в общем-то, готово, можно будет красить. Ну что, почти копия. Чуть-чуть больше получилось, чем это, вроде как, с виду. Ну и что, друзья, победила лень. Я не стал делать никакую откидывающуюся, потому что это, опять же, долго, муторно. Я так прикинул, что и видел на заводских тоже сделана просто вот такая ножка и все. Все, ребята, закончено. Сейчас буду подгрунтую, все остальное подгрунтую и потом буду красить.